Гутенг пишет. Кто, что такое Гутенг? Когда Бибер подойдет? Бибер подойдет скоро. У нас пока только Блюфейс. Короче, смотрите, пацаны. Плюс чат, если нужен... Нет, не плюс. Три в чат, если нужен я три. И он будет, типа, буквально... Троечки послезавтра. Накидайте. Троечки накидайте. Он в Москве? Не послезавтра, он будет в воскресенье, скорее всего. Все. Ну все, цао-цао. Цао-цао-цао. И пишите еще обязательно цао-цао, если вы хотите видеть его. Так, ну все, это мы уже определились. Бля, короче, давай чуть-чуть еще о планах наших расскажем. Че у тебя... В пятницу есть что-то? В пятницу? К сожалению, нет. У тебя про... есть пятница? А про какую пятницу мы говорим? Вот про эту. Нет, сейчас про... говорим про эту. Про эту не будет. А в эту пятницу выходит EP Young and Rich, короче, Baby Mello там. Вот я специально оставил пятницу для Baby Mello. В эту пятницу что-то? А у меня Old EP у меня выходит. Да, блядь! Меня там не будет, но вы все равно послушайте. А Гога мы расскажем про 8-12. А будут там твои биты? Ну, да, там все. А, все, базар, я послушаю. Бога, будем рассказывать про 8 декабря? А будем рассказывать про следующую пятницу, Калук? Про? О чем будет следующую пятницу? Клип? Он просто от врача только пришел. Ребят, вы не обессудьте, как бы. Брат, у нас фит выходит. Натуре. А мы с тобой фит делали. Вот это. No Diddy. Ну вот, мы сегодня обсуждали. А, вот это там в пятницу? Да. С клипом. Бля, ну да. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас запишешь как раз за 15 минут. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж ты говоришь, что такое, а? Ну, у нас все схвачено, у нас все схвачено. Короче, все схвачено. Я деловой пацан, я везу печать, мне похуй вообще. Код 10, код 80, покажи яйца, я слышал, что у тебя их нету. Твич-то нельзя, брат. Нет, 50 тысяч, а он тебе в личку их отправляет. Худокуша, когда фит в Симатри, я ненавижу этого ублюдка с сальными волосами. Ну хотя бы ты неплохий. У него с Бигуди будет фит. Наш пацан. Юра, как к Красным Крестам относишься? Я вообще к Крестам хуёво отношусь. А, Красные Кресты, охуенная тема. Худокуша, куда биты кидать? Не кидайте мне биты. Один, в смысле? Я Красный... Это Красный Крест, это нормальная тема. Вот Гога заряжал. Ебать, вы че, скуфа грузите так, ебнуто. У вас просто в детстве крестами называли таких, типа, махлок, да, не кресты, типа. Не, Красный Крест, я сам туда скидывал деньги. Калук, ты ко мне слишком близко прижался. Ну, ты же близнец. Приветствую. Хорошего вам стрима, мужички. Спасибо. Вот, это Энфер. Это Битмарь? От души. Да. Битмарь уделил. Уделил. Блядь, на бедного Демьяна. Ага, сначала уделяет, а потом как-то зарядит, блядь, 30 тысяч забил. Битмейкер пидорас. Осуждаю, осуждаю. Осуждаю, осуждаю. Я не осуждаю. Осуждаю! Осуждаю! Когда конц в родном Курске? Что, концерт? Да, концерт. Будет концерт в Курске. Дай бог. Ну, я бы дал сюда. О, Дон Маркулио, Маркулио, вот салам. Нормальный джазец замутили. Да, да. Подлетай как-нибудь потом. Дрипари. Дрипари. Накрывай, спидите. Все просто жарко, я не в дрипари. Меня Юра видел, сказал, что у меня зипка боя. Я тоже в них вообще. И тоже. Мы тут все в дрипаря. Юрец железобетонный человек. Железо и бетон. Все, что... Железом и бетоном готов, да, он подтвердит. Когда Питер, в Питер очень сильно. Железо, бля. Питер очень... Короче, Юра, что скажешь, что уф... Что? Понял. Мягкие ткани больше, чем... Мягкие ткани, что за мягкие? Что это значит? Не знаю. Что-то из медицины. Индийский фонг. Индийский чай. Индийская фарма. А что такое есть? А что такое фарма? Что это? Ну, рэпер фарма есть. Калуга рэп, солдат, я вообще в охуе. А где Джон Гаррик? Пацаны, Джон хорошего забил. Стрима. Джон Гаррику похуй на Джон Гаррик патрулирует зло. Он с водкой из код 10. Он с водкой без код 10. Не, он с код 10. Код 10 Гуршенер он так пишет. Юра Близняк. Однозначно лучший звук в России. Юра, ты живая легенда. Ждем в Уфе. 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 Уфе.
В Уфе я бы, что-то побывал бы, скажем. Привет, мне с другом по 13 лет, мы очень хотим на твой концерт, но боимся, что нас не выпустят. Что делать? А это кому вопрос? Подрасти. Да, кому бы этот вопрос? Подрасти. Все мы переживаем. И пока 16 не исполнится, нельзя нашему. Всем привет плюс респект. Юра, расскажи, пожалуйста, как с Тимуром Трилом познакомились? Нас познакомил чувак, и мы просто списались, и все. Он тогда не писал рэп, у него был что-то трек «Атланта», он типа фанател поменял по мне. К Педиде пустят на концерт любой возраст. Желательно 5+. 5-. 5-, да. Я с водкой исход 10. Водка осуждаем. Осуждаем алкоголь, не бухайте. Мы не пьем алкоголь, не употребляем запрещенные вещества. Если хотите, там вырастите на праздник, типа, если хотите, конечно. Классики, кефир. Куда пушу, ты еще будешь заниматься на турнике? Да, будем. А ты не видишь, как он здоровый стал? Да, ты просто машина. Он вообще, когда стоит на улице, он за парковку платит. Чек пробовал из нарко. Можешь жестами показать, чтобы Твич не забанил? Жестами покажу. Код 10 это Юра, код 80 это я. Мы все отрицаем. Хэнк Стас, чекап трека сделайте. Бит по-любому Кука. Зайдет, как домой, к себе. Погар, мацанка. Наоборот, слово забей. Нет. Я ничего не понял, просто нет. Леон Гос Юрой в Красноярск. Го. Го, давайте. Го, разберемся. А шо Асу, шо вы осуждаете? Разберемся. Доедем до Красноярска. Вы знаете Тракова? А вас вообще не смущает, что у меня на донате стоит? Что у тебя на донате? Welcome to Glen Gary. Ну, это флуханчес. Да. А что, почему должен смущать? Да, флуханчес. Зайти в Ставрополь, ебать, мы разъебем зал. Отдельный респект, Юрий, сделай со мной фит, Алекс. Никакого фита я запрещаю. Я тоже. Юра, когда в Тамбов? Найти одни и те же... Да, Данила, так. Это Данила. Да, скажи про свой любимый драмкит. Про свой любимый драмкит Пола Бой Шаври, брат. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я вот не знаю, что такое. Я не почувствовал. Не чувствую. А твой концерт в Уфе перенесли на твою дыре. Да? Ну, значит, будем праздновать в Уфе. Подарки не забудьте. Шиханы. Несите все подарки. Без подарков. Слушай, Калуга. Номер карты. Кстати, пацаны, вопрос. Я в футболке выйду. Внимание, братья. Смотри, вот есть такой некий персонаж, да? Лил Хилл. Маленькая гора. Маленький холмик. Здорово. Когда альбом? Здоровье. Допустим, есть. Альбома не будет, довели. Я сейчас донаты выключил на секунду. Допустим, есть. Есть такой персонаж, Лил Хилл. Вот такой, да? Вот, маленький холм. Да. Вот ты можешь в трех словах описать этого персонажа? Чтобы я не слышал ни один трек. Это уже слова. Не три слова. Тоже, кстати, никогда не знал. Это четыре слова. Это пять слов. Я не слушал. Да-да, какая-то непонятка вообще. Ну, вроде он с деньгами, но как какой бы... Какой Лил Хилл? Но он с ними с рождения, мы воспитаны, не считаем чужие деньги. Поэтому... С деньгами это когда типа ты, ну... Ну или что у него там? Антон, давайте просто через всех будем хуйсочить. Ну, вот ёбочка с унитазом хорошая была, согласись, смешно очень. Очень смешно. Я вот гифку в Телеграме терю за это. Я нормально. Делай побольше. Донаты вернулись. А вы осознаете, что вы хуйню делаете, а не музыку? Сидите на серьезных ебальниках. Я уже на каких серьезных? Я давно это осознал. Я делаю всю жизнь хуйню. И получаю за это бабки, а ты сиди и злись. Это Смоки Мо. И если тебе что-то не нравится... К Будде относимся охуенно. Напрямую. Напрямую относимся, кстати. Знаешь, Шланайву, девочка с ТикТока. Девочка с ТикТока. Кто-кто? Блять, это теперь тема для трека «Девочка с ТикТока». Девочка с ТикТока. Гога, когда фит с Димасом? 3 миллиона мне на карту, я организую. Я сделал. Гога, у меня есть опен Майсон. Реально? Давай залетим. Ну это в том компе. Скайэнджелом 3300. Скайэнджелом 5 миллионов. Юра, когда в МСК будет конц? Будет какая-нибудь движуха после дропа альбома? Пожалуйста, вот можно сейчас рассказать про 8 число. Будет. Рано. Да, очень, 8 числа будет очень классная движуха, это первое. Готовься, второе. Деньги. Будет мерч после альбома. Альбом в пути и... Это будет прекрасно. Вот зайдите в мой ТГ-канал, Нет. Зайдите в мой канал, посмотрите, что пишет дистрибьютор про мой альбом.
лаги, зависание, уебищное качество. Передайте Гамарджа по Платону. Нет. Ни в коем случае. Гамарджус. Ой-ой-ой. Выглядит сделал. И это будет прекрасно. Это будет самая ужасная музыка на планете. Я очень старался. Сакартвелос Гамарджус шахлел. Ну, бля, будет что-то интересное, сука! Бля, очень интересно, как Калуга нагрузится. Новый на Удиде будет. Чтобы Калуга перестал делать эту хуйню, что он называет музыкой. Сколько надо задонатить, чтобы ты перестал музыку занимать? Чтобы хватило на все. Ну, я думаю, рублей 700. И договори. Мы его на... И пачку Принглс. Крылышки я рембрю. Лям долларов и пачку Принглс. Я так и работаю. Я брошу рэп ради тебя, мой дорогой. Ну не, ну какой за лям долларов? Ну да. Ты вроде норм. Я просто по другим лигам начал выпускаться. Что ты с этим молокососом забыл? Пожилу так он помню. Вырастет. Ну, кстати, рано или поздно вас это в любом случае ждет. Я буду пожилым Калугой рано или поздно. Пожилой Калугой, да. Пожилой Калугой. Ну, ты в стиле вестерна. Пожилой Калугой. Будешь у Майка тебя чё? Скуф Калуга. Будет стрим с ураганом. А хули вы в кепках сидите дома, а хули нет? Ну, это фляг, спонт. Фляга свистит. Это такой дрип. Цены двушку у Майка. Папа опять придет. Ну, кстати, если придет, если приедет. Парни, да. Когда худ-ту-худ альбом, спросите у худ-ту-худ менеджера. Все логично. Все вопросы к нему. Будет стрим с Роганом, скорее всего, ну, нет. Кстати, чё-чё, у ярче не, нормально. Не, если он будет в России... Ну, если образом? Да, но он же не в России. Короче, давайте... Двушка онлайн минут 10 уже. Ну, чё, к рэпу переходим или чё? Потихонечку. Ну, вот потихоньку. Потихонечку, мне кажется, пора. Я не про это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пацаны, вам было очень приятно, наверное, да? Это не наш микрофон. Не, я не вам, я им. А, им. У них звук был охуенный. У меня пора с жопы не сыпется. Пацаны, видели бы нашу стойку? Только песок. У нас дабл кап. Песок тоже. Баста, НН Ратбирич. Включите вайперов, заебали. Иди нахуй. Да, в натуре, иди нахуй, идиот. Иди нахуй, бля. Иди нахуй, бля. Пошёл. У тебя там каналов 100 штук уже хуй разбрешился. Доверяю только Скелли Лейн. Только мужики, не забудьте заслать МСК, оплачу. Что они за... Плачь? Конечно, это тот, который плачь, выиграл, короче, все нормально. Конечно, да, я знаю, не плакай. Спайра. Спайра. А чё за НН ебаный в кепке? Да, неплохой парень. Чё за ебаный НН в кепке, у тебя спрашивают. Это я. Чё за ебаный НН в кепке? Это я. Ну такой вот НН. А что такое НН? Ну НН. Сейчас ещё дал порцию для мема. Если он в Калуге, пусть в Москву приезжает. Нет, я с ним позавчера списывался, он не тут. Таймер качаешь? Благодаря нужно онлайн таймер. Спасибо за Юрца легенду. Нужно онлайн таймер. Дурак. Вот дурак. Если этого НН не было, не было бы здесь ничего. Это мой папа. Гога Кинь Шараут, Семи и Кости из БРЗ. Нет. Все к нему. Чат не видно, чуть-чуть подвинь. Подвинь чат, чуть-чуть. Подвинь меня чуть-чуть. Гог, чуть-чуть подвинь, чат что, не чат видно. Видно. А, я понял. В России он? Ну тогда неплохо. По поводу кто в России? Спары, ураган. Думаю, его можно же бахнуть в АБС. Да, я это разговоры сделал. Разговоры такие были. Сейчас, пацаны, таймер сделаем. Рядом с Логой. Майкл Джексон. Леон, ты чё, серьёзно? Да я не серьёзно. Сейчас с Итиком бахнем. Сейчас Итом будет, да. Фит. Сейчас мне Ghost Ride сделают. Не могу понять, выздоровел или нет. Да. А с Ашером будете фитовать, пацаны? Нет. Леон, ты откуда? Шма, что это значит? Не знаю, забей. Шма это, я знаю, кстати, еврейская молитва. Со вообще. Зверевым я тебя лично респектую, если фитонешь. Братан, всем с Сергеем? Да. Это будет классно. Это будет реально сильно. Это будет как будто Леон взорвется сейчас. Осуждаю!
вот а что? Витас, серьезный тип, седьмой элемент, я вчера слушал вообще. Я даже не подумал, ну блин, каждый думает мир своей испорченности. А я вот ничего я так и не понял. Пацаны, теперь вместо запретки на букву Н говорим Леон. Сколько Леонов? Сколько Леонов у нас? Леоноподобные. Леоноподобные. Осуждаю. Ну что? Ты думаешь, можно начать уже? Ну, а мы не сможем на мониторах это все делать. Брат. Не сможем, думаешь? Чуть-чуть. Ну, по очереди будем наушники надевать. Я читаю все комменты, отвечаю только на комменты на себя. А может, сэмпл возьмем? Сэмпл? Не, братан, я сейчас потихоньку. С нуля хочешь? Я сделаю вам сейчас бит, на который смогут залететь все. Ну, давай. Плаг будет? Нет. Будет нахуй. Гиперпоп. Пианино-тайп-бит. Пианино-тайп-бит. Блядь, как громко! Юра, почему все твое окружение постепенно пропадает? Райли, потом Ханти. Конфликт или... А потом и я пропаду. Задайте им вопрос. Я просто плохой человек. Посмотрите видос, где 1111 бабок на донате. Будем смотреть видео, которое он скинул за 1000. Зачем? Нет, не надо. В колоде будет 100%. Юра... Здорово, есть смысл тебе нас писать. Хорошего вечера, братва, побольше хлеба и желательно без соли. Есть смысл тебе писать, спрашиваю? Есть, есть. Так, доспехи бога со мной уже вышли. Смысл всегда есть, ребятки. Ну что? Так, ну, погнали. Google Loop возьмешь? Ты думаешь, начнем? Ну, потихонечку там. Короче, пацаны, чё, пианино, Baby Molotov Beat пойдет вам? Да, это... Ну, ты чё-то... Прям все зачитают так. Ну, ты-то смог зачитать, Калуга тоже смог зачитать. Я смогу, я... Я просто про то, что если... Тогда я не мог, давай, ё. Вообще, как будто надо золотую серединку на всё. Да не, нет, да вообще... Лазер Дим? Не без разницы. Да, Лазер Дим, я на любой залечу. Не без разницы. Можешь сделать хайпер-поп. Можем сделать в твоём стиле классно. Ну, давай попробуем твою пианинку. Драм бич кит. Драм... Ту-ту-ту. У меня что-то классное, всё чё. Давайте просто под барабаны. Рок будет. Саун, пацы, во имя прескрипшн гинга. Исочка да худи. Эйсочка. Что он говорит, блядь? Эйсочка худи. А? Скоро будет не худи, будет спортивные костюмы. Панк-рок, Юра. С худи, со штанами. Панк-рок легко, я вообще сделаю сначала будет мерч код 80. Только нет. Мерч код 80. Ну не мерч, а... Как мы делаем всегда. И кудоши, кудоши будет. Потом будет с кудакуши, потом будет с панкрок надо Мэла, делать кудакуши, это твой стиль. Пишем, короче, бит и трек за 15 минут нахуй. Вот, блядь, сейчас таймер начнем. Пошла возня. Время пошло, если не успевать. Полетит. Игра пошла. Ничего личного, скорее дело в них. Игрок навсегда, игрок в сердце. Твои тексты это стихи, а не ебучие жидкие риковесы Рейли. Спасибо. Вот блин. Я нормально. Но, блин, мы же делали с ними. Просто у каждого свой путь. И я считаю, что... Это за сегодня? Не только. Не. Не, ничего не может быть. Собой. Поставил на вывод? Купим мне эти... Нет. Да. Я хочу трусы Supreme. Купите... Поглянись. Купите трусы Supreme. Чё, пацаны, я думаю... А как он работает вообще? У них слышно бас вообще? Вас слышно что-то? БУ, БУ. Вы слышите? 808-й, слышите? Я не хочу моргать. Да может вообще им сделаем не прямой звук, а прям... Подожди, я проверяю звук. Да, они слышат. Слышите вы? Каким образом? А, потому что может на колонках хуя. Да, да, да. Тоже неплохо пусть. Да, ну тихо. В Новосиб скоро. У меня трусы как юрца. Они по очереди носят. А кто сказал, что я в трусах? Как здесь поставить выход на наушники? В смысле? А тут посмотри. Ты и так в наушниках. Ну, в смысле, да, выход. У тебя наушники. Вот, вот теперь есть. Вот теперь у них есть все, есть звук. Был сейчас звук, да, да, нет, нет. Плюс, если есть. Было, сейчас был, блядь, звук, алло! Да, был. Блядь! Госсайфер в Бенлабе, мы вот тут будем делать грязь. Я ходил, тоже Бенлаб. Я, кстати, подключал Бенлаб вот в карту, помнишь? Так? Да. С телефона, с Самсунга писал рэп, нормально. Проверки. Не, Бенлаб вообще круто, даже в браузере можно писаться, это вообще... Студии нет, открыл, бах-бах.
Го-обмен трусиками. Мне нужны трусы Supreme БУ, блядь. У меня есть. Пацаны, вы вообще ебальники закройте, вот у меня вот такая вот мысль. Вот так, Гога, покажи. Вот просто, блядь, ебальники закройте, вот закройте ебальники вот со своей. Что мы делаем? Мы употребляем мультивитамины. Чё, пацаны, давайте я запускаю таймер. Киньте ему 350 рублей для старта. О. Хорошо. Не, я старт должен на это дороже. На 1000 рублей сколько лизинг у тебя битов стоит? Вы, кстати, пиздец, одни из самых крутых битов, которые я вообще слышал, как у продюсера. У кого? У тебя. Спасибо. В натуре? Да. Ну, у меня проекты его лежат, он не удалил. Я там сразу 500 рублей кидайте. Бля, Кэндимен, бля. Пацаны, вот пока... Встань себе крюк в руку. С вашими продакшенами сильно незнакомыми, вот вы там что вы делаете. Ну вот Блад выйдет, услышит, там вообще плохо. Короче, российский рубль, сейчас минималка доната будет 500, чтобы вы меня не сбивали по хуйне. Блад, это то, что тебе врубал альбом? Да, да, да. А, это там что, твое? Да. Ну, Глори Кейс еще помог, я не знаю. Ну, Глори Кейс грех, не помочь. Должен помочь. Он земелья мой. Базар нет. Короче, погнали. Раз, два, три, let's go. А я знаю, потому что я сделал эти наушники. Блин, ты... А вы можете чат у себя где-то открыть, а то, блядь, у нас сегодня нету мониторов. Вы готовы, пацаны? Плюс чат, если хуярим! У нас будет 15 минут на бит и трек. Я не могу зачитать, я больше уже вчера. Ну так говоря, кого бы зачитать. У меня... Гога, потом сыграем в следующем стриме, я заберу обратно эту цепь точно. А мы типа не будем слышать, да? Ну или хрен сам. Скажите, что сделать. Ща, я выберу пару звуков. Не слышно бас. Как не слышно? В смысле, вам же слышно все. Я не понял. А мы не один, получается, трек сделаем, да? Да, сейчас у нас 15 минут. Второй, значит, должен Юра бить. Все слышно. Да, базар, я второй делаю бит. Я быстро сделаю. Мне есть уже в голове зарисовочек. Я просто хотел компьютер. Не надо. Нажав, ребята, смотрите, у меня тут... Ладно. У меня там волына. Не тряси волыну. У меня больше. Сейчас, пацаны, я звуки соберу, это же не считается. Я видел эти леоноподобные, когда делают в ТикТоке эти... Леоноподобные. Спэдлабы будут треки. Леон, когда ты стал сутенером? Он Кэндимен. Да я всегда. Сейчас, можно звуки собрать, и тогда уже можно пускать. А что, нас не видно? Нет, видно, это просто я... Видно. Это через так телефон. Все нормально. Видно. Да, не... А как нас не видно? Анару салют. Какому Абдулаеву? Я не знаю. А я не знаю. Так, видите ли, он крюк. Да, я тоже говорю. Он, когда ты вот так раскачаешься, тогда мы снимем с тобой. Слышишь, есть пианка здесь какая-то, кроме он FL? Так, он же не такой. Да нет. Попробуй пигмент. Есть пигмент? Пьюрити. Пьюрити. Быстро раздувается. Все, пацаны, я сейчас... Ай, блядь. Давай сделай. Ем. Или так нельзя? Ем очень. На стриме нежелательно. Да, я понял. Не видно. Из-за этого вообще забанить. Не видно. Ты врешь. Да возьми, нормально. Это я видел, про твой слайд, думаю. Похуй! Короче, бас не видно, они пи... Это на ём? Я никак, в смысле, не видно. Салам из Оренбурга. Напиши в пианино, нажми что-нибудь, я услышу на телефоне. В Оренбурге я был, кстати. И как, тебе понравилось? Ну, сам город нет, а концерт и атмосфера, да. Вот а чё, звук вот пропал резко? Кто пишет, нет, не... А концерт и атмосфера, ну, да. Ну, ты это давно говорил? А? Нет, только что. Нажми на пианино. Подожди, тут просто звуковуха вылетела, ей плохо было. Просто чуть убавь. Нормально все? Они, ну вот сказали, там наебалово, что ж не видно. Позовите меня в фильм снимать. Нет, мы про пианино. Так, пацаны, мне надо снять все, что есть на моих руках. Эй! Слышно, все. Сори, бля, слишком палево. Привычка. Часики-то хорошие. Че, вы готовы, пацаны? И раз, и два, и три, и четыре. Пропиши что-нибудь просто гармонию какую-нибудь. Бля, у меня походу уже по 40 лет зрения ебет. Все, пошли.
Блять, а нахуй... Ты стартанул, погнали. Не стартанул, стой. Я 28-го 11-го точно в Новосибирске не буду. Что это значит? У меня какой-то другой город. Короче, 17 минут Юра, делаю. Юра, что так ногу трясет? Он волнуется. У меня привычка со школы, я поэтому один сидел в основном. Потому что там вот так писали, блядь. Он, кстати, куда кушать, не похож на обезьян. Юра, как... Я реально обезьяна. Тихо. Юра, как готовишься 8-12? Пацаны! На 16 минут, короче, все, начинаем за 15 минут делать трек и бит. Да. Прям трек и бит? Может, да. Бит? Я бит сейчас сделаю, и трек мы сделаем. Короче, у меня типа 5 минут на бит. Базара нет. Ну, это невозможно. Ты что, угораешь? Почему возможно? Почему так? Ну, у меня трек обычно запись уходит 30 минут. Так, ну... Давайте, ладно, давайте. Тут постараться надо на скорость. Давай, не успеваешь, мы начинаем драться с тобой, Паразон. Да, в партере на колесо. Похуй, начинаем! На... Так, я пока подберу... Стомп. Минор. Е-минор. Беспроигрышный вариант. Я полностью с тобой согласен. Сука. Я фоловю. Это правильно. Слышно? Проверь, слышно? Я уже спрашиваю. Да, слышно. Зовите. Я делаю биты за 5 минут, так что изи. Ну, это битмейнер написал. Куда кушать, когда стрим... Леон, go for it. Покажи, покажи. Ни за что, братан. Что? Нет такого российского. Гофоран. Куда кушай, когда стрим по Майнкрафту, по трек Кисексо. Вот здесь, срочно. Все. Скоро будет. Патрик и Гейн. Когда клип напишет? Все, есть. Когда клип напишет? Не будет клип. Калуга, ты что, выехал на стрим? Есть. Хуйня, да. пошла. Нет того компаса, блин, как-то. Ща, надюшку себе на руку, и буду хуйнить. Пошла, родная! Что за вообще там? Не очень. Что он делает? Да он ювелир. О. Леону стрим по Майнкрафту. Есть. Пошла родная, блядь. А сколько времени у нас? Ай, блядь! Мы все ходим под лучом, везу сотку под гучом. Так, 14 минут. Распить можно. Где эта хуйня? Где софт-клипер ебаный? Леон Перкалов. Вот он. Все свел. Это, кстати, самый лучший мастеринг на бит. Гогу, у тебя еще 4 минуты, так что такая. Лейри мелодию. Просто за Лейри мелодию. Гогу, меня слышишь? Не слышу. Хрипит пиздец. Я три в скором времени будет. Московский, я тришка. Все, есть. Лейри мелодию. Бит у нас, да, стой, теперь вот ты так. Еще есть время, я смотрю. Просто Лейри мелодию. Я еще две с лишним минуты. Контрабэк. Если Иван Зола придет на стрим, я не приду. Пацаны, Иван Зола не очень такой будет на стриме. Пообщались. За Лейри мелодию. Я три, Вармгенгер, Паша Техник. Я это поддерживаю вот это все. Паша Техник позовем по-любому во вторник приедет. Пашок будет 100%. Пашок по-любому будет. Я, мы, Паша. Я не знаю, что со всеми, это с кем, но меня не звали. О, с кайфом.
Есть нахуй! Залэри мелодию. Сейчас, сейчас, сейчас. Блять, я сделал, я поднял там. Да. Нормально. Все, бит есть. Нету денег на носки. Так, рендерим бит. Дорогая, прости. Нету денег на носки, и тогда я сам их сшил. Саня, нормально сделал? Да, ну это, например, можно услышать. Блять! А, вот мастер. А чё оно хрипит так? А поставь, да, вот это. Вот это уровень за 4 минуты бит. А так не слышно, прикинь, у них нихуя. Я орать разрешил, так что все нормально. А? А мы тогда записывать сможем. Орать разрешил лично сможем. Я, так что... Если тебе не нравится ора, выйди со стрима нахер. Придурок! Да, ты нам тут не нужен. О! Есть. 20 секунд, Гога. Ну, он все уже на мастер, мы уже записываем. Где эй! Бандит? Я преступник. Какой пресет? У него рекорд. Водку 3 ты хочешь, чтобы я... Нет. Это обычный рэк. Это обычный рэк. Да бог! Не-не, это не пресет, братан, это не пресет. Кого глуши в этой комнате? Это не пресет. Да, здесь все лучше. Алло, он сайт, можно кровать? Брюс Уэйн там должен быть. Или впереди? Нет. Ты не кровать, за донат могу. Не, нормально, за донат. За донат ли он делает сальто на кровати? А я могу на руках походить. За 15. А что вам с Майком нравится? Я просто кричу. Громко, давай, здесь что-то выключается. Оп! Оп, ебать. Короче. Это пресет ебанутый. А ты донаты отключил? 500 рублей поставил. Ну, тут ты верно подметил. Все, 10, 9 секунд, 8 секунд осталось. Эй! Где-то тут барыгу увидел. Погнали! А какой там был BPM, BPM, блядь? Все, 40, надо начинать. 40? 10 минут. Так. Ладно, похуй. Прослушивание выключим, похуй, похуй. И... При... Бай! И... Гррр! Эй. Эй. Это Глон Гэнг нахуй. Ебаш. Ебаш рифму на похуй, просто. Просто на похуй. Бля, у меня в текстах... Записывай. Бери, бери в руку микрофон. Записывай, записывай. Или сам вступишь, или давай. Оставляем. Оставляй. У меня нет страха. А там слышно? Не слышно, не твой голос, не мой. Я эксперт. Выключите, пожалуйста, звук со стрима, блядь. Это Глон Гэнг нахуй. У меня нет страха. Подъезжаю к ним, и они уже все плачут. На, сука, ты уже. Все пишем, брат. Да, да, дальше, я хочу еще. Нихуя, давай, давай. Электронку. Подъезжаю к ним, и они уже все плачут. У меня есть деньги, у меня есть пачки. Пацаны, по-братски рэп хуярим. Дальше? У меня есть деньги, у меня есть пачки. Наушники, наушники. На-на-на-на-на, быстрей, быстрей, пацаны, ебаный рот. Давай. У меня есть деньги, у меня есть пачки. У меня воняет изо рта, я не мылся 2 дня. Стой. Ну, так себе. Пачки. Не слышу. Четвертый. Пачки. У меня воняет изо рта, я не мылся 2 дня. Давай, заново еще. Стой. У меня воняет изо рта, я не мылся 2 дня. Влюбился, сука. Дальше солнце 2 дня. Не слышно. Солнце 2 дня. Влюбился, сука. Оказалось. Солнце 2 дня. Солнце 2 дня. Влюбился, сука. Оказалось. Жирная свинья. Влюбился, сука. Давай, давай. Влюбился.
Ебался, сука, оказалась жирная свинья. Молодой Калуга тут, иди нахуй, бля. Сюда была. Я свинья. Молодой Калуга тут, иди нахуй, бля. Пацаны, это обработок еще нет, сейчас мы еще обработки сделаем, вы охуеете. Молодой Калуга тут, иди нахуй, бля. Молодой Калуга тут, иди нахуй, бля. Время 3 часа утра, сука, снова у руля. Стой, я строчку-то, ну вам похуй. Да. Иди нахуй, бля. Время 3 часа утра, сука, снова у руля. Она снова под рулем. Давай. Сука, снова у руля. Она снова под рулем. Или она... Давай еще раз. Сука, снова у руля. Она снова под рулем. Блять, она под колесом. Калуга! Блять! 6.30. Я без наушников писался. Давай! А мне без ушей писаться? А, да похуй, можно, слушай. Давай, быстро! Она под рулем, блять, она под колесом. Она меня сосет. Зову ее комар. За мной едет Шевроле, и он тоже комар. Дальше. За мной едет Шевроле, и он тоже комар. Ты меня доебал? Тогда будет удар. Рибай. Ты меня доебал, тогда будет удар. Я эту суку жарил, как будто та рибай. И куда гуши, давай? Да. Эту суку жарил, как будто та рибай. Но я не... Жарил, как будто тарибай. Но я не федерал. Ага. Я федерал. Ага. Но я не федерал. Я уважаю красных. И мусорской гал. Ты уверен, оставляем строчку? Нет, убираем. Я не федерал. И я не красный, не пишется. Я не федерал. И я не красный. Я не федерал, и я не красный. Я черный, будто бы дерьмо. Осуждать можно или нет? Почему? Что, черный, все нормально. Либо давайте все вместе, либо на похуй. А включи, так поставь. Да, поставь, все вместе, либо. Я на максимум здесь. Да похуй. Давай, стой. Это Глонг Гэнг нахуй. У меня нет страха. Приезжаю к ним, и они уже все плачут. У меня есть деньги. У меня есть пачки. У меня нет изо рта. Я не мылся 2 дня. Что, блядь? Влюбился, суку, оказалась жирная свинья. Жирная. Молодой Калуга тут, иди нахуй, бля. Нахуй. 3 часа утра, сука, снова у руля. Она снова под рулем. Блядь, она под колесом. Она меня сосет. Мэм, за мной комар, за мной едет Шевроле. Окей. И он уже комар. Таксист. Ты меня доебал. Когда будет удар. Эту суку жарил. Тарибай. Нахуй. Не федерал. Нахуй. Красный. Нет. Черный, будто бы дерьмо. Говно. Что, у нас там еще в запасе? У нас еще, да, у нас еще, блядь. На сведение. Сведение мастеринг. Покажи. Да все, 3.20. 5 саундгудизеров просто на мастеринге, да, сейчас? 3.20, пацаны, мы справились за 3.20. Рендери включай. 3.20, вернее, у нас осталось 3.20, 12 минут трек. 4 саундгудизера, бахай. Все, трек готов, пацаны. Да, послушаем его. Давайте, я думаю, там очень круто. Ну это ждите на следующем альбоме Мэла. Прости, братан. Хуй из Мэла 2. Нифига ты придумал. Да. Дорогая подставка, кстати. Ну, такая, блядь. Ну, да. Дешевенькая желание. Ублод называется. Дворовая. Ты что, блядь, контроль? Нажми через макросы. Tools. Шалом, манишма. Все. Пацаны, что вы думаете? Что, как вам? Они все орут, они говорят охуенно. Мы без тебя решили. Ты контролил нажал, она так не получится. Дропайте на СК. Пожалуйста, пацаны. Грррр. Может, ты мог? Эй, это Глонг Гэнг, нахуй.
вообще, мясо, мы будем мясо, нормальные мясо, треки мясо, писать? Мясо, 4, Гога 4 постарался с битом, но можно типа классный текст же сделать. Мы же... теперь надо, чтобы... Не, давайте реально, реально классный типа, текст. Это за 15 минут сделали. Теперь у нас 10 минут. Теперь 10 минут. Мне кажется, не сразу, давайте посмотрим. 4 тысячи смотрим. Да, отдохнем чуть-чуть. Ну я бы сделал просто реально классный трек. Пацаны, а чё, как вам вообще? Всем охуенно, зашло вроде бы все писали. Так, Энсер, ты, конечно, нормальный пацан, но ты давай тут тоже не охуевай, ты сейчас что, понижаешь? 5К почти онлайн. Битмейкерство Годи и Юрия, что ли? Я не понял. Пошёл нахуй. Еще всё, я просто... возвращаю донат на 350. Еще раз просит включить трючок. Осуждаю, я лично. А дайте мне не с микрофона, пусть они послушают на этом, в наушниках. Ну все, мы просто не возьмем его убитый. Ну, блядь. Ебать, вы там начали строчить, да я... Стой, 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 дадим им похуй. А сколько донатов у тебя надо дропнуть на СК? 20 тысяч, Юра на СК дропает. Ладно, я дропну. 20 тысяч, все дропнули на СК. Это Глок Гэнг нахуй. У меня нет страха. Приезжаю к ним и они уже все плачут. У меня есть деньги, у меня есть пачки. У меня нет изо рта, я не мылся 2 дня. Улыбнулся, суку, оказалось жирная свинья. Молодой Калуга тут, иди нахуй, бля. Нахуй, 3 часа утра, сука, снова у руля. Она снова под рулем, блять, она под колесом. Она меня сосет. Зато ее комар. За мной едет Шевроле. Okay. И он уже комар. Ты меня доебал, тогда будет удар. Эту суку жарил. Это рибал. Я не федерал, и я не красный. Я черный будто. Госнорм текстом, парни. Да нахуй эти норм текста, вы ебнулись. Да можно. За 15 минут попробуй сделать бит и текст написать. Че, давай? Это норм текста. Это норм. Не, все, отдыхаем, отдыхаем. Отдыхаем, базар. Еще не скоро. Как скажешь, Гога. Юрец, когда с Кадисом фиты? Блин, очень хочу. Не считай его альбома. Да иди ты взад, у меня лучше вообще текст. Я хочу очень. Надеюсь, скоро сделаю. Со спары, бабки верни. Денег нет. Но вы держитесь. У все, кого кто там... пишет, вернуть бабки, да, у кого проблемы с билетами, пишите организаторам, я этот концерт не организовывал, меня они интересуют... ответственны, я ваши деньги, ну, ваши деньги не тратил, тратил деньги организаторов, которые они инвестировал. Непосредственно меня ваши деньги я интересуют не тратил. Интересуют трусы с дыркой на жопе. У каждого, видишь, тут свои проблемы. И с черкашом, еще желтенькие обязательно. Юр, почему? С лисичками, я его называю. Да. С похликами. Произошли некоторые проблемы с дистрибьютором. А если вы про мой концерт, все будет, блядь, просто этот тикет слагает. Стрим сохраним? Сохраним? Нет. Никогда. Только за деньги? Нет, даже за деньги нет. Почему? Если сейчас 300 тысяч донат, ты не сохранишь? 300 тысяч, если в долларах сохраню. 4, 5. С 500 тысяч кинь, базар. Нет, вы чё, блядь? Да нет, вообще отлично. Долларов только есть. Что, тебе русские рубли не нравятся? Ну, давай за 50 тысяч долларов. Пишите, я не успеваю читать. Попроще. Будьте, пожалуйста. 5 миллионов можно сохранить. Так, Катя, чисто. Привет. Шубу убрал, да, извините. Говорят, извините еще, пацаны не извиняются. Пацаны, извините, пацаны. Запали, ну, орги вот тоже молодцы, взяли, блядь, на мой день рождения поставили концерт. Я, это конечно... плохо или хорошо? Я вот, допустим, хотел. Я бы поднял бы цену, на самом сколько деле. Сколько? Это же по Павлову. Да, мне 100 лет. 300. Я. Почему я нельзя хотел, купить, кстати, на Гогу билет в Воронеж? Организаторы, раздупляйтесь. 20 под... Я говорю, сейчас проблемы концерт с тикетом. Пойдите. Зайдите на телеграм-канал организаторов, все будет нормально. В конце года. Вот. И вторую, да, я 2 курю просто, у меня никого не хватает. У тебя ужасные, на самом деле, как ты их куришь. Да. Они тяжелые. Зратинка, курилка, это пиздец. Позовите молодота Владимира на стрим. Мы думаем над этим. Ну, вообще, типа... Скорее всего, нет. Так, где вода? А что, им на Twitch нельзя? Там ОМС-ки просто приготовил. Я уважаю этого. Понял, потом. Но нельзя. А мы осуждаем его действия. Закон не уважает, да. А, не уважает закон, это плохо, конечно. Нет, закон его не уважает, я имею в виду. Он по закону жить. Ну и он его. Можно я какую ебаную кепку одену? Ну, с другой стороны, если бы Владимир за это не читал, он бы ее не выставил. Все же это тоже понимают. Угу. Даже все понимают, что это все это понаровку. Угу.
Ну да. Как Виталик понарошку. Бля, пиздец, просто вот посмотрите на нашу подставку, блядь. Не понарошку, пацаны, Gangsta Rap только чипинку смотришь. Ну, чипинку. И дядя Джа, это Леона друг, если что. Да. Мы ему, кстати, его братишка. Скоро фит будет Леон, дядя Джай и Чипинкос. Бля, проблема. Вот чья это проблема? Вот моя чья? Или в футболке? Мокрый-то ты. Ой, это все уже. И футболка твоя. Гога, зови Анки, кстати, как вариант. Не смешно будет, надо какие-то... Юра, когда с манерой трек? Вот, кстати, надо реализовать, у меня лежит он. Не смешно, если такой формат трека... Блин, почему я его на альбом не взял, надо было брать это. Плотный шалом всем. Юра, передай привет Коляну и Альмире. Любим вас. Кому? Хорошего стрима. 350 рублей. Кому? Кому передать? Ну, что я передам, мне не сложно. Коляну и какому там... Видишь, как переопросят? Привет. То есть, когда меня просят, сразу нет. Все понятно. Я такого вообще ни раз не говорил. Юреса, мне кажется, вот этот, ну, про кого сказали, это можно... Перк 40 уже не в моде. Морфина знаешь? Нет. Нет. А, все. Как подумай, как я вам вместе, запрещаю. Кстати, вместе можно дать вместе с. Так? Я не слышал. Полутора. I don't know. Пацаны, а вот вы можете? Два. А вы можете вот свой телефон вот так взять? Блять, вот так взять. И такую штуку достать. Такую штуку достать. И уроки. Ну а сейчас. И уроки, и решать математику. Опа! И. Опа! А вы можете так сделать? Люто. Я могу собачку сделать. Вот это лютая тема была сейчас. Бля, я в этой подаришь? Шубе сейчас сдохну, нахуй. Подаришь мне? Потом. Махнемся с Самсунгами просто. У меня просто денег не хватит. Да, я боюсь. Юра, ты видел, как Нарко 9 раскачался? Ой, не Юра, а Калуга, точнее. А он сначала Юра, а потом Калуга. Код 80. Сигна, Сигна. Заскринили Сигну? Точнее, не видел. НЕЕТ! Я на аватарку поставлю, заскриньте, плиз. Они потом будут свое фотошопить туда. Ну. Рэпер в зеленой шубе. Пацаны, вот так берем за 30 тысяч, короче, вот. И дарим брату. Сигну. Фитц Робчик. Ну так тоже пойдет. Хотел спросить. Фитц Робчик, Робчик, салют. Я хочу, чтобы Леон сделал сальто за донат. А я хочу с тобой в Цуефа на топ. Когда мы уже начнем друг друга из травматов в голову стрелять. Давай в Цуефа на топ, то Цуефа. Цуефа на топ. Сколько? В кубике? Да. 500 баксов. На 500 баксов? $500. Американских. А в общем, сколько мы хотим задепить? Вот доллар ваш, вот непонятно. Рубль, я понимаю. Ну вот давай на 500 вот... долларов в ЦУЕФА. Дай 500 раскрутим, дай бог. Давай. Калуга, назови 500 трех человек, которых ты боишься. Играем ЦУЕФА на 500 долларов, кто депает сейчас в кубы. Делаем, не делаем? Делаем, плюс если делаем. Я вам почему грустно? На мьюн. Бэйби Мефо, сам ты, сука, Мефо. На 500 долларов кубы плюсы ставьте, если у делаем. Меня тёлка бросила, я плачу. 50 тысяч. Я не имею МС или КМС, но не я имею КМСников и мастеров. Хотя... Как ты их имеешь? Ну, минус какие-то есть. Короче, азарт нужен в любом случае, давай. Стоп, как? Ножи? Первый не ножицы. Так, как подумал, это... Не играйте в азартные побед? Игры. До трех? Или до... давай... Прости, Юра. Тут ваш выбор взрослый, осознанный. Я просто... До одного. Цуефа. Цуефа. Опа! Блядь! Я достал этот малой, он все время меня на бабке грабит. Нормально у тебя разговор. Уже цепь забрал, очки забрал. С этим, со скали, либо с маханом. Блядь! Опять на 500 баксов. Пацаны, почему? Проиграй нас. Как рэпер. Да, да. Слышь, слабо поставить Юру. Не-не, Юру никогда не поставлю. Юру за большие деньги только поставлю. Вот видишь, вопрос цены, вопрос а не принцип. Цены, нет, что? 2 миллиона долларов и... И Юра нахуй идет. И Юра нахуй не идет. Юра идет на лейбл Гоги. Да Ворм не позвали, он сам не позвался, но он будет по-любому. Ворм по-любому будет. А если так, то Юру никогда не продам ни за какие деньги. Так меня цены. Аноним. Привет, о, Йоша, Рома и Марта. Салют, Йоша. Джуза, это Битмари, если то здорово. Да, да, да. Братан, Йоша, это темпе, обложку делал. Он сделал обложку на Bloodbath. Мама, папа. Я спешу. Дед. Трек про Кристину Си. Скоро. Дядя, ты мне скинул ее из ДТ, куда тебе закидывать? Да, как обычно. ТРЦ-20? Угу. КБ ее. Как тебе надоел мне вечно. Ну, сейчас, ладно. Следующую мы сыграем еще на $1000 и уже посмотрим уже. Вот, вот куда деньги уходят, ребята мои. Это твой аванс, я трачу. Колян, вот он. Колейс.
Спросили, кого я уважаю, назвал папу. Леон, строчку про писю. Калугу я тоже уважаю, Калугу. Я не говорил про писю. Здесь все близнецы. Солян, это SEO prescription guide, пацаны, если кто не в курсах. Да, пацаны, я это создал еще в 2019 году. Это тот самый легендарный бородач, который разбивал телевизор. Да, это если что, я разбил Юре телевизор, который купил я. Да. Но пришлось его разбить за то, что он заходил. Я вот тут и сижу... мешал мне играть в Call of Duty. И вот Юра сидит и терпит сейчас. Я кикфлип могу сейчас дать. Прости, кстати, Луку в теории можно позвать. Вы видели, знаешь, видос, как он разъебал? Озон 10. Слева и на личапа. Куда бить? Нет, бей. С кулака. Двоечку дай. Дай двоечку. Я не хочу моргать. Ебать вы! Бля, я хочу повтор этой двоечки увидеть. Ну, сами поняли. Давай еще раз. Что убило Акопов в тот вечер? Вот эта двоечка, еще раз. Вот она. Вот так. А ты вот так двоечка. Не надо никакие донаты сейчас! Пожалуйста, привет Владу. И еще вопрос последний, Юра, какого-то возьмешь? В Красноярск? Какого? Чего? Какого ты в Красноярск возьмешь? Какого? Со мной куда коши. Слова стали весить больше. Жиза? Базару нет. Владу привет передавай. Влад, привет. Да сколько денег демку послушаете? 10 тысяч. Да, долларов. Уже не кидайте мне свои демки в Телеграм. У Юры альбом скоро. Он уже одобрен. Одобрен всеми, да, кроме дистрибьютора. У него какие-то проблемы со мной. Я закинул скрин, там очень смешно. Это все через тут тоже самое. Все. Да, но я скоро буду менять, если они будут мне вот сейчас вот такую хуйню писать. Что-то не круто. Айсибенд близняк. Близнец. Леон панк охуенный у тебя. А ну, как иначе? Да, я не понимаю. Я же панк. Король Леон. Welcome to Clayton County, aka Jurassic Park. Какие глупцы. Калуга, Юра, когда будет, она вспоминает два. Леон, когда стримы по майну на 100 досиков по 22-му году? Будут стримы. Как будто можно придумать вспоминать два, но как будто здесь можно... Здесь, кроме дистрибьютора, ну, я... Не, не буду рекламировать. Это сложный вопрос. Не могу еще пока. Это очень сложный вопрос. Плюс еще давайте когда... Давайте просто свои дистрибьютор создадим, что сервера арендуем. Но он не будет хорошим. Почему? Почему это, блядь? Думаешь? Конечно. Да. Смотрю, стрим, пока терпила, дает показания в прокуратуре. Решетка Фрея, Терзо Личтер, решетка Фрея, Дави, решетка Фрея, Лильграм, решетка Фрея, Рича, Флами, МБ, Кагарека. Ничего не понял, мы просто живем по закону. Ничего не знаю. Пацаны, сейчас будем бабки поднимать. Происхождение моего ника связано с моей фамилией. Заявление пишу. Фамилия. Короче, чуть-чуть посидим в этих ебаных кубиках, блядь. Чуть-чуть. А потом на 1000 долларов. Сколько посидим? Человек? Не, 3000. Да ну! 5000 было. 5000 было 4, а сейчас 3, да. Я не робот. Пацаны, заходите, короче, в комьюнити сейчас со всеми общаться будем. 5000 было. Блядь! Что я сделал? Вот тут сейчас запустим видеочат потом. А давай на да-да, нет-нет, чисто 500 прям дадим. Не-не-не-не, братан, аккуратно поднимаем сегодня. Ты 30 долларов всего лишь закинул? Не-не-не, братан, похуй вообще. Мы сегодня чуть-чуть поднимем. А ты экономишь сейчас, да, мы? Зрителям не похуй. Зрителям похуй вообще. Я экономику в стране. Я им покажу, что можно сделать.